Упражнение «5 тибетских жемчужин» я делаю с 5 мая. Я нигде не училась, просто посмотрела разные видео, разные записи, объяснения и начала их делать. Если вы уже давно практикуете этот комплекс и видите какие-то у меня недочеты, вы, пожалуйста, мне подскажите в комментариях. А так, вот 4 недели проходит, заканчивается сейчас. Пока что делаю по 6 повторений, со следующей недели по 7. Думаю дойти до 10, дальше не знаю, как сил хватит.